Блять, я думал, в ДК 245 нету, блядь, на сайте, оказывается, есть, блядь, нахуй пало. Ебаный в рот, блядь. Че я, сука, два текена на бисовую чарку сейчас одел, 230 строю. Так. Трофей рольте. Краска мне, блядь. Тебе еще один остался, последний? Нет, это второй трофей только. Идеально посоветую, пожалуйста. Вот я думаю, что лучше. В Т9 хейс, блядь, друидом, либо в Т все-таки Т4. Друиду только 4 Т9. Друиду только 4 Т9. Т4 очень своеобразная там, друзья. Да спросили у этого, у идеального, а вы все тут отвечаете, не даете ему сказать даже. Я думаю, в Т9, но я не пробовал в Т4. Ну, Т4, мне кажется, для десяток более, наверное, не? Ну, как будет Т10, то Т10, а так... Ну... Ой, Т4, да. Я про десятки имел в виду. Карас, не надо грудак бесовый? Еще раз. Ой, Карас, этот спел. На глаз, я думаю, Т9 лучше. Ну, я тоже думаю, там Т9 будет по этим самым. А что там у тебя за грудак? А, какой ты. Ладно, распулся стал. Блинов успех надо кому? Да, этот, махила. Блять, надо хулипалом походить сюда. Сука, ну с пугами ты хуй пройдешь от них, блин. Там долбоеба хватает. Мне он сегодня в Коржан пошел на этом самом. На Молчезаре тактику 7 минут рассказывали, потом баба такая. Повторите, пожалуйста, тактику, я что-то не понял. А пока все ждем, подскажите, вот такой вот вопрос у меня просто. А почему трофеи по роллу, а не из АГП? Потому что по роллу. Нет, ну это как бы тоже 245 шмот, ну, все дела. А нет, это 50 голды, потому что. Ну да, они еще тратят плюс свои УД за это. Немалое количество. Спасибо, УД, хоть попы ешь. Ну, дэшки потратится очень много на при выходе Т10. У кого-то 4 шмотки будут брать, кто-то будет брать там 2 шмотки. Ну, то, что ты хуя. Да. Хотя, пока, ну, целка выйдет, это... Да, сейчас возьмем только саму. А там до хера токенов. Все зависит от количества убийств. Если мы без вайпов пройдем, то там до хера еще токенов. Угу. Вот, ну, успех забрал. Так, короче. Донт, ты на сверках. Одну. Это объясню сейчас, слушай. Тут будет кучу сверок не разбивать. Одну примерно, ну, в крестике, там не обязательно именно в крест, там где-нибудь вот в этой стороне одну тыкнешь. Забьет. Ну и вторую где-нибудь в этой зоне. Значит, по тактике, как хэмка делается. У нас два паладина, два боба есть. Значит, на первой перебежке первый паладин бой даешь боб. Первой цели, на ком будет хуйня это. На когда... Так, смотрите, ребята, еще такой момент. Когда босс взорваться будет, я буду босса отводить его вот туда. А, хотя стоп, ДК, ты на боссе будешь, тебе проще будет босс танчить, мне точно надо будет сидеть. Значит, это самое. Босса выводишь, когда появляется вторая пак трэша, ты босса начинаешь уводить к озеру туда. Я остаюсь на луже, танчу трэш. Весь сет, пока босс идет, вы можете побить спокойно босса. Именно кастеры. Мирики садятся на трэш. Потом босс уходит ну, от радиуса действия, что вы не достаете до него, вы переключаете в этот момент трэш тоже. Трэш очень быстро заливается тут в лобычке. Дальше, донт одна, лужа должна быть здесь, вторая там. Дальше, цель, на ком кинулся череп, на ком будут идти эти оковы, эти шипы, вы увидите. Стоит сначала за лужей, примерно, ну, не за лужей, а немножко левее от лужи, там, либо правее, без разницы, вне зависимости. Главное, чтобы эти шипы не достали до лужи, не дошли. Не стойте напротив лужи, пока я вам не скажу, то есть забежать в лужу. Вы встанете ближе к стеночке.
вам дают по команде Боб. Ну, человек, либо Паладин сам увидит, я думаю, вот и спеллбаунт не шарит. Вы подходите к луже, когда вам дали Боб, и когда до Боба остается там 1.5-2 секунды, забегаете смело в лужу. В этот момент, когда увидели, что череп накинулся на человека, увидели череп, сразу смело перебегаете на другую сторону и заливаете мелких скоробеев. Потом, аналогично сделаем с той стороны. На кого-то кинулся череп, спеллбаунт дает второй Боб, а весь рейд идет сюда, в эту сторону. И потом босс появляется, он не должен дойти уже к нам. Ну, шипы будут идти, но он не дойдет. Вроде бы, как показывает практика. ДБМ пул, пожалуйста. Хорошо. Так, готовы на пулу на танка? Че на пулу? Так, и на вас фазе попрошу главхил, поставьте темп на натурезист. Не знаю, вроде гласят, что помогает. И это самое. И фрост ауру поставить вместо. Можете сейчас фрост ауру поставить. Паладин. Угу. Так, и на третьей фазе, на последней фазе вы особо там не сильно прохиливаете. Прохиливаете только на тех, у кого метки и танков. Живс там есть у кого-то для донта? Живс есть, вроде бы, или нету. Не знаю, у меня нету живса. Вот, поставлю живса, ставлю метку, почему нет. Все, все готовы. ДБМ пул. Сейчас там, подожди, да, чтобы все приняли. ГГ с ним готов? Все, все готовы, даю урча. Ой, ДБМ пул. У меня только такой ДБМ пул. 5, 4, 3, 2, 1. Бля. Вот, разбей, он летает прям с той стороны. Либо тут, блядь, близко очень, ладно. Заводи его внизу. Ну стой, блядь, не бейте нахуй! Да как, блядь, ГП дам нахуй, дуат, блядь. Еще раз нахуй притянешь, блядь. Я тебе назначал, блядь, что-то делать. Самодеятель хуй, блядь. Бейте пока босса. Так ты сам сказал, дуат, разбей. Я Дон сказал, не Дуат, блядь. Понял. Сейчас прошу сломать еще. Опа. Меня сложило. Нет, сейчас по-другому идем. Нет, на первом КД мы что там, это в соло танк танчу будет было. Нет. Я знаю, знаю. Там прикол в том, что сейчас. Просто сейчас я тогда все, ну, не буду напрягать, там уходить надо. ГГ снайп, ты, значит, кидаешь оковы, сколько они нежити любого моба. Я одного моба подвожу в мирезону. Нет, не взрываются, они стоят. Они вообще взрываются, когда у них мало хп, типа не отхиливаются там. Когда они полные хп, они могут стоять бесконечно на песке, когда начинаешь их бить, и у них там какое-то количество хп заканчивается, они только тогда начинают взрываться. Да не, они могут и фловами закопаться. Нет, не могут. Могут, не кастуют, как это называется. Ну, каст, короче, что не разбивается, пытается. Да, теневой удар, во, называется. Я ставлю рыбку. Какой курнул? Ребят, давайте убивать его, блядь, какой курить? Блядь, человеку уходить надо, вы, блядь, покурим по фасту. Успела, поднимите.
Скулбаун тут. Все, тут. Бафы сидит. Еще такая момент. На третьей фазе обязательно снимаете пристовский баф на ХП и варовский крит на ХП. Обязательно в порядке. Все снимают. Там на третьей фазе там какое-то количество процентов в секунду снимается. Процент от ХП будет сниматься вам. Урон добавляться. Будет сниматься, то есть. Два срока будет. Так, давайте еще на. Я знаю, что в хэмке там 10% снимает за секунду. Все, все готовы, ДБМ пул включаю. 5, 4, 3, 2, 1. Во, вот прям сюда. Ага, все, супер, заводи лужу. Вообще хорошая лужа. Очень далековато. Гостям оковы дай. Могу дальнему дать. Чё ты это долго даешь оковы, блядь? Здесь, блядь. По трэшу заехали все. Раз, подними его это быстрее. Да вы заебали их танчить, пацаны. Нормально, лазили сейчас я хочу, да, так сильно. Карл, подними фикси. Босс играем. Гейснайп, любого такого. Ага. Все, вводи босса, вводи босса. Идем пока все это самое. Великий бью трэш. Кастер бьет босса. Кастер трэш получились. Разморозил, все, я сейчас дал стану. Весь лоха точно прилетит. Ну не довел немножко. Нет качелей. Вафхил, отойди. Не вужу, отойди, это уже тебе богу. Блять, ну. Диан, ну ты же знаешь, опытный человек. А че весь свет тут тусуется? Уже добили его так уже. Вот блин. На ком там Боб кинуть ему? На Войда. Войд, спасибо, Боб дашь? Давай, Боб. Весь свет на другую сторону перешел. Смотрите, сейчас с пола следующий твой Боб будет. Ози Хантер, встань, где печенька? Видишь, где печенька? Вот сюда он встань, примерно. А, Кимсик, Кимсик на тебе. Кимсик, сюда иди. Кимсик, давай, давай, давай. Встань сюда печеньку, видишь, где я? А, ты туда пошел. Ну давай, забегай в лужу. Беги, 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 беги. Ну, для хоть у тебя работает хорошо. Кибоб, в стеночку. Чего? А, все нормально, босс не пойдет. Заливай тебе быстренько мелкий трэш. Ставь его в эту лужу, где мы танчили изначально. Сюда в эту лужу ставь. Давай, давай, давай. Заливайте пока фил мелких, все мелких бьем. Заводите ее быстрее в это самое. Ну, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Еще раз кинь его колу. Чё ты этот раз кидаешь её, стараешься? Наберите моба. Бейте пока мелкого, великий. Трову размораживаю. Я пожму сейчас. Все, ну ладно, бейте пока босса. Блядь, он, сука, не гужен. А, гужен нормально. Играем в босса. Мелки довешится. Мелки вышел, он вистает. Давай, работай. Очень долго банишь. Очень долго. Он подходит к мельзону, получает его урон, блять. Его уже невозможно будет законтролить. Подал стан, бейте трэш. Все в трэш. Вводи босса. Блин, ДК, когда приходит вторая пачка трэша, сразу вводи смело. Блять, не могу забрать там. Станет. Он, бля, взрывается нахуй. Ну, мы сняли какое-то количество ХП. Сейчас добьем его, в лужу поставлю. Забеги в лужу. Да, хорошо. Все. Сполбаун. Бабу. Блядь, не сполбаун, теперь в лужу пропал. Главхил. Заберу его сейчас.
Станет главхил возле лужи. Ладно, стой, за лужу, лужу, лужу. Бери, я не вижу. А, нормально, сейчас я прозвучу за что. Так, я забираю рубах. Не бейте его пока, дайте ему его поставлю. Загрепани его в лужу, если можно. Его в лужу нужно поставить, чтобы он завелся. Нормально. Забегай в лужу быстрее. Вот, забегай, 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 забегай. Все, сейчас будет зарывание. Блять. Вырывание, точнее. Все, босс появился. Играем, заливаем мелкий трэш. Кто там у нас еще? Протест, дай БР под лату. Ставь его сразу в лужу. Теперь ставим дальнюю бань. Все, вот, вообще идеально сейчас сделаем. И просьба, пожалуйста, товарищу Локи, блядь, пока я нахуй босс не поставится моб, блядь, не бейте его, пожалуйста. Потому что я стою в луже, блядь, его жду, пока он сам ко мне придет. Дал ему небольшой урон, теперь можете врываться в моба. ГГ снайп, разморозь второго. Разморозьте его, дайте его, чтобы он побежал, я его затанчу сейчас. Угу. Ну, заберите моба. Да не переживай ты, блядь. Бейте моба. Моба, моба, все приоритет моба сыграли, там сейчас тропачка выходить будет. Гим на ману дай. Уводи босса. Даю. Уводи, уводи, уводи. Ну, под напулом, пожалуйста, сделай. Где напул твой, блядь? Срываешь моба с меня, стыдно должно быть конкретно. Это второй пустит в бане, пока его потом разморозим. Забегайте в лужу. Ну зачем на этой стороне луж нету? На этой стороне нет лужи. Ну он кинул лужу, сам сейчас он разобьет. Прям под вами разбиваю, под мобом. Схему. Ага, все отлично. Только заведите его на лужу, если что. Лужа. Вообще его побежал. Еда это мне. Абарас не поменяли бы сюда. Звука, подведи мелкую сюда. Так, это будет последнее, сколько там до вырывания осталось? 15 секунд? Нормально, в принципе. Ну, вы не можете просто забежать на нее, я не понимаю. Забегайте просто в лужу, пизду, блядь. Кару упал. Сейчас босс должен появиться уже. И мобов не танкуйте сейчас, пожалуйста. Заливайте их. Почему куча такая? Давайте все под мини-зону. Стали всех мобов под мини-зону. Заливайте, прилетит. Босс, играйте. Бесов подведите. Изуков в мили-зону. Так, ГГ-снайп, ударишь моба, я скажу, когда. Ну чей там бес? Все. Вон, перестань мили-зону, блядь. Кто там, блядь, бегает? Второго моба размораживайте, ударь второго моба. Я его сразу заберу. Нам нужно его переводить уже. Полторы минуты больше всего. Блять, не убери его. Герой оковы можем сдать. Спадать. Так. Ну неправда бежать надо, слышишь? Да хватит ДПС, а просто, блядь, нас падают нахуй и тупит жестко, блядь. Сейчас все будет. Дай трэш будем сводить сразу, заливать. Я пружинку дам, встану и восстану будет у нас. Вой дашь по команде это самое. Гнев небес. Да, я ударную волну дам. Первую, потом ты свою ты самое дашь гнев, а потом я это самое прожму блок щитом, там и как раз ударная волна мне откатится. Блять, давай еще один трайк выбор, пожалуйста. Вот, блядь, нахуй ты ждешь, блядь, если у тебя времени нету, блядь. 4 не ставлю. Ну тоже не подставляй, ребят, пожалуйста. Подставляют ребята, которые, блядь, завались. Которые, сука, вайпаются здесь постоянно, блядь, хуйню занимаются.
Мы уже давным-давно должны были убить это все. Два часа РТ должно быть. Согласен, с твоей стороны. Ладно, пизду, короче. Без бобов, просто забегаете в лужу, мы бегаем туда-сюда и все. Потом, блядь, потренируйтесь. Еще раз. На следующем КД, блядь, пообъясняю. Здесь неограниченное количество луж? В обычке нет. В гире 6 луж, по-моему. Поэтому я сразу готовлю, чтобы вы тренировались и учились. У нас на замене были люди, Саня. Я тут не нужно 5 хилов. Там, в смысле, не нужно? У нас приз есть. Давай еще последний раз трай делаем и пойдешь. Так, кто у нас там? Назик, ты тут? Не, походу я в каву не пойду сегодня, что-то заканчиваю сегодня. Фулбаф раздали, бегом. Лёг, покушайте. Я, ну, объясню, для чего мы это делаем, пока хаваете рыбу, бафаетесь. Почему именно к стеночке и потом в лужу забегать? Для того, чтобы босс меньше целей выбирал. И мы, во-первых, экономим время, небольшое количество. То есть каждая секунда, можно сказать, на счету. И потому что в героическом режиме там очень мало луж. Вы стоите сначала в стеночке, вам кидают боб, потом вы с боба подходите к луже. Вот. Не стойте напротив лужи самой, пока если вы будете под бобом стоять. Вам надо немножко в стороночку стать, чтобы шипы пошли не в лужу, а к вам именно. Вот. Дается боб, и потом вы аккуратненько подходите ближе к луже, и там остается 2 секунды до окончания боба, и вы забегаете в лужу. Вот в чем прикол. Ну, то сейчас уже не будем тестить, мы просто будем разбивать одну лужу там, вторую там и просто бегать туда-сюда. И делать это все очень быстро. Во время движения старайтесь заливать больше мобов. Мобов очень много. Все, все готовы. ДБР пул включаю. 5, 4, 3, 2, 1. Почему, блядь, первый не танк, блядь, а какие-то ДДшевые, блядь? Компот, не спи, пожалуйста. Так, мы бов не контролим, просто бей. Так, нажал блоки. Занимается трэш. Аккуратненько вы консервируйтесь в меня. Я устал. Вань, готовься, я устал. Давай. На флором держите меня сейчас. Стреляйте, стрельте. Уводи босса. Вот он. Уводи сейчас. Кто первый дан стал, блядь? Без команды нахуй. Заебали, блядь, паладины. Ну. Заливайте быстрее трэш. Все в трэш играли. Будет сейчас шива, да? Пожалуйста. Все, череп в луже оставался, весь свет оставался, побежал на другую сторону, бегом. Заливайте удод этих мобов мелких. Блять, сука, в веке бычки тупить. Забегай, не кайте, не надо. Так, весь свет на другую сторону перебежал, череп бежит в лужу. Но он-то разобьешь там лужу. Забегай, компот. Зеленка не спасает, если что-то физурон. Мелких. Назик остается возле лужи, весь свет перебрал на другую сторону. Назик, возьми стеночки и спринты, если что, дашь. Сейчас босс должен появиться. Почему это физически, если фиолетовый проходит? Ну, это физически. Блять, протест. Сейчас должен босс появиться, он все появился. Разбейте тут одну лужу. Заводи его в лужу туда. Мелкий заливаем сначала. Как он, сука, плохо убил, блядь. Карас, подними его. Так, сейчас никто ничего не делает по мобам. Я первый даю стан. Блядь.
Бейте мобов. Вот там. Волки, блядь. Так, ну как он называется? Давайте, да? Протест, дай Берку войду. Магинус. Уводи. Ну когда трэш появляется, уводи сразу. Просто, блядь, отвлекаюсь на трэш, не могу говорить, по-моему. Сама сразу. Трэш заливается. Просто я еще замороженный, бывает, стою. Ну вот, быстренько. Бывает, ДК встану, я скажу, когда дать. Давай, стану. Батим Суковара побивать, если его не трэш босс. Череп в луже. Зачем вторую лужу тут разбили? Не делать так больше. А чё вы, блядь, на шипы бегите, Кару, блядь, беги снайп. Ребят, аккуратно. Череп бежит на другую сторону, а забежишь в лужу. Каком череп повесить сейчас? Смотрим. А весь вид убрал, ну да, на другую сторону. Бот, не танкуй, мобок. Снимите свой дам мобов. Иди бежали на другую сторону. Логу забежи, лужу. Вот. Перекинулся. Все, бьем босса. Босса. Так, у нас еще позволено еще одну перевет и самое сделать. Так, Войт готов стан. Расскажу как. Пытал, блядь, не по команде. Не давай стан, я прожмусь. Люди копались, они в луже стояли. Что за хуйня будет? Ну, смотри, где вот, видишь, где модельки их? Вот я стою, вот за дебаф висит почему-то. Ладно, точно продолжаем бить. Мобов, фулл ДПС по мобам, только мобов играем. Локи, законтрольте мобов этих дальних, быстрее там кто-нибудь законтрольте еще. Киньте контроль. Моба, блядь, да ну нахуй, ёб твою мать, блядь. Ох. Чё по ДПС у нас там? 49%. До бриссы 3 минуты, успеваем, в принципе. Сука, хуйня баганая, блядь. Помойка вонючая, блядь. Ложимся? Ну, конечно. Угу. А, ну, Куба, веди, блядь. Сейчас я кого-нибудь возьму, там. Невер, ты тут? Невер. У нас, по сути, три зарывания и переходка, и мы успеваем давать босса. Там у нас будет 2.5 минуты примерно. Ну, где Неверлайн, блядь? Ну, в каре. Ну, в ГП или как там у нас что делать ему там? Блядь, Коржанин, он охуел, блядь. Так.
Так он вроде говорил то, что когда мы еще только начинали, то, что он в карту попадает. Прежде чем как попадать в рейд, почитай правила, с кем у нас арты вообще, в принципе. Я спрашивал у Боба, сколько примерно будет идти, около 2 часа максимум. Блядь. Ну, ГП получишь, то пойдешь. Кубу тоже надо дать ГП потом. Прикольно. Прикольно, правило есть правило, блядь. Ты что, на хэм ЦЛК пойдешь, там, там как минимум 4 часа времени будет. Тоже будешь там 2 часа посидишь и скажи, я пойду. Блядь. Нет. Ну, вот и все. Так, ну, замены нету. Бобу ГП дам и этому, потому что я не могу забрать мне неполноценный рейд. И Неверлайну дам туда, наверное, тоже будет. Так, ты напиши Неверлайн. Я ему написал и в личку, и в Дискорде, говорит мне. Может, сейчас увидит. Может, обед, может. Нет, ты ему в игре написал или где? И в личку, и в игре, и здесь. Сейчас, может, так увидит. Увидел. Хватит уже сосать-то. 20 камушков всего лишь. Так напиши же гильдейский чат, я ж не увидел даже. Ну, блядь, внимательно надо быть. Ну вот видишь, как ГП я сразу это увидел. Давай, заходи на кого-нибудь. Мне нужен, блядь, ДПС, потому что у нас вот один отвалился. А мы не можем убить его оба. Сейчас я. Потом в кару вернешься. Да, не вопрос. На них, блядь, 24 человека. Вы пишите вот этот во второй чат, вот этот, который темненько-зелененький, непонятно и сложно. Я тебе в ПМ писал. Что-то. Да? Ну. Да. Почекай. Посмотри, вроде я тебе вроде. Я писал. Закрыл этого. Ну за свои чаты не, блядь, увидел сразу, как 500 ГП увидел. Я убил. Сейчас, у меня было. Так, у нас есть в рейде? Бля, совы нету в рейде. Меткости не будет хватать. Так, кто у нас еще может поспекнуться? У меня есть сова, но она не сильно прям дамажит. Ретика потеряем, не надо. Так, что, слаба нужна или на мага заходить? Заходи на мага, попробуем 4 хила и думаешь. Господи. Я могу на сову зайти. Так, смотри, я с гриснайпом хочу в ДЦ спекнуть. А в ДЦ не будет, у вас не будет меткости. Говорю, я могу на сову зайти. Да ладно, сиди пока вредит. Нет, мне сейчас пароль этот найти нужно. Мы сейчас подожди, телефон вредит. Секунду. Что, блять, не удается нам босс. Короче, ГГ с нами, давай также будешь одного моба банить. Шапли, то есть. А, ну, потом на 50% его отпускать можно когда в первого моба. Но. Что они очень, блядь, пробивают. Ползинту как-то более поустойчивым тоже слаживал, но не так, как, блядь, Вара. А кто танчил, кстати? Сильваныч, ты же, по-моему, танчил, да? Да, я танчил. Ну, тебя же так сильно проебал, как меня, блядь. Так паладина в физу ништяк держит. Ну, да, в принципе. Так Вара тоже физу охуенно. Я чисто блоки держу, я, у меня блоки заканчиваются, и пиздец. И все, я падаю. Стану, мне, в целом дефа больше. От физы. А что такое? Сейчас, секунду. Не, у них там еще спел есть, там, как называется, не помню. Там защита еще есть. Блоки, которые дают ему хорошие. Площадь не бей, а сколько там вероятность не умею. 8 зарядов, ну тоже очень хорошо деф и полазим. Давайте, а почему ГП мне получается ГП же Алине должно было уйти?
Сейчас я уже захожу. Я просто пару раз долго искал. Есть 2 минуты ответить. Сейчас, ты скоро зайдешь, нет? Я уже все, у меня вот грузится. Все, давайте, ребята, сейчас. Давай, короче, ДПС будешь упираться. Так, кто мне там мобов часто срывает? Давай, наверное, я войду, кину тебе бзилку. Самое. Ну, я метку буду ставить, кого я буду держать. Не, мы сейчас по одному будем держать. Жду, блядь, двоих. Ну, просто, понимаешь, если по одному, это, во-первых, ДПС потеря. Ну, сейчас пятый ДПС. Да. Ну, у тебя сейчас рейд кастеров, и я типа думаю, что мне стоит на сову зайти. Ну, нам ДПС не хватит, если сейчас минус 3% у всех нет, кастеров. Сейчас зайдет донт на мага. Ты зашел? Я не донт, но я зашел на мага, я же написал. Да, так, ты же сам сказал, что с ней попадешь в этот. Все, надо, с ней будет у нас. Ведем еще до хила. Я думаю, за хилом у нас проблемы. Окей. Давайте, тыкайте. У Алины здесь просто так настроено ужасно. Так надо было заранее все настроить, подготовить, господи. Йо, так. Так и били, типа один танчится, а ну плюс моб, а второй танчит в стороне второго моба. Так вот, прибавка. То же самое, я считаю, что вот, ну, дать шакал и все нормально будет. Давайте фулбаф поехали. Я теперь понимаю, что, блядь, я захожу иногда, чекаю там пойти с пугами в ВИК, блядь, я понял. Рыба. Ну, разве это спекать полноценного ДДшника, который танчит, тоже потеряет ТПС? Ну, сейчас два танка же. А, ты про это имеешь в виду? Это, только стойте, рыба вон далеко. Кушается рыба. Короче, давай так, донт, две лужи, одну лужу в босса ставите, второго я заберу моба, бля, ДК заберешь, короче, одного моба на себя, танк, ну, держишь босса и моба, а я буду где-нибудь вдали его держать. Отлично. Или в пизду, не, лучше через шакал поиграем, блядь, я боюсь, что ДК сорвется там, блядь, он в стане будет стоять, а вы будете ебошить его, опять как-то смотрите. Если спекнешь фиксы, то не будет. А, ну типа, да, я понял. ДПС теряется. Готов, донт? Еще раз хочу. Дебэмпл. Ассист, бля, сейчас дам ассист. Серички. Не пишите больше в церковь. Все, ДБМ выключаю. 5, 4, 3, 2, 1. Все, донт, только одну лужу. Все, больше не это самое. Не разбивай. Все. Дальнего бань, а я этого ближнего заберу. Сыщитесь, губа. Без танов, без ничего, просто бить его. Моба, сыщу. Так, ГГ снайпер, разбивай моба этого заднего. Все. Блять, нахуй ловушки, блять, ваши сраные, блять. Хнты, блять. Сыщитесь, вкопать его.
В босса играйте, босса. Там фотки лежат уже. Где снайп, иди. Где снайп, сзади мол. Иди босса, уводи, увидишь, что самое. Так мы же решили оставлять, не? Ну, давай уже, блядь. Вроде похуй уже, начал, потом уже оставим. Бейте моба, главное. Сбиваю второго, я прожму сейчас, что. Все двери второго. Если, блядь, оставлять, это еще, я думаю, наверное, лучше не стоит, потому что мы мобов еще не успели добивать. Весь рейд сейчас переходим в другую сторону. Побежали. Кимсик, прожмись, пинты. Прибежали. Не стойте там, кто там стоит? Нарзик, что там делаешь? Бейте мобов сразу же. Блять, я завис. Кто завис? Невер, Алмерия. Блять, стой, завис, ну понимаешь. Побежали в другую сторону, ребят. Гараж. Разбери тут метку одну любую. Гараж, забегай в лужу. Видишь слева лужу? Забегай туда. Нормально все. Подводи его в эту сюда лужу. В эту лужу подводи ближнюю к нам. Давай. Ну не в центральную, а сюда, ну где выход. Сюда вот, где его. ГГ снайп забанил дома. Сзади, видишь, моб стоит? Дай ему что-нибудь, ну господи. Блядь, долго, блядь, очень долго здесь на гире, вообще такого не должно быть. Залили моба быстрее. Отпускай, отпускайте моба. Блядь. Эти ловушки вонючие еще, блядь. Моба сыграли. ДК поведешь его к выходу, да, понял? Ну не к выходу, а где мы начинали без босса, прям к стеночке. Я понимаю. Все, домашний способ, да, быстрее. Так, за контроль. Води босса. Просто разморожусь и уведу. Карас, иди под хиль танка этого. Второго, разморозьте второго. И на пульте меня его. Где на пулы, блядь? Заливайте быстрее его. Все, череп аккуратненько кайся. Есть тут, стойте тут пока. Забегай в лужу. Все. Череп остается, череп, протест. Можешь его покатить по спринтами. А, уже на Нарзика перегнулся. Нарзик аккуратно. Забегай, Нарзик. Лобов также заливаются аккуратно только. Нарзик опять на тебя. Весь я туда побежал, Дон там одну лужу дальнюю разбей. Не стойте никогда возле на пути у шипов, ребята. Отходите в сторону. Карас, лестница Нарзика на той стороне лежит. Скоро должен появиться босс. Че, перебежаем в другую сторону? Все, подводи его ближнюю лужу вот сюда. Выходу. Ага, сюда подводи его. Залили быстренько мелких скрабей, на ком мелкий висит, сразу введите его в мелизону. Красный тебя мелкий висит. Мелизону. Снайп, давай, работай. Все, супер. Забьешь по команде. Заливайте мелких быстрее. Под мелких, под, блядь, под босса подведите. Ну еб твою мать нахуй. Кастеры, блядь. Все. Бейте копательно. Этого нормально, все, пусть идет. Пустите его. На пульте в него только меня. Все, в копатели сыграли, быстро в трэш, все в трэш играем. Тут каст не надо сбивать. В босса играем, в босса. Гасаем дальнего. Угу. Вводи босса сразу. В оглушение. Так. Что за уешки вонючая? Давайте сюда на пульте мне второго моба быстрее.
Дал стан. Я сейчас прожимки буду взрывать. Моба, все в мобу. Через 4, 3, 2, 1. Стан. Так, забегай в эту лужу ближнюю. Такая. Все, супер. Диабло, стой за лужей. Весь лет на другую сторону побежал. Одну лужу там разбейте. Сколько там процентов у босса было? 47. 47, да. Все, значит, надо будет, короче, мобов законтролить двух. Покаяние вот кинешь в одного. Гейстэп второго дашь то самое. Блять, ну, понял. Скоро шапал. Кару, быстрее беги. Отошли с пути. С пути отходим, отходим с пути. Зука, блин, ну стой. Обратно на другую сторону побежали, как стеночки туда. Айнун, беги в эту лужу. Все, сейчас босс должен появиться. Все, босс появился. Разбейте тут одну лужу. И все в босса свищуются. Войд, готовься, это самое, контролить мобов. Хотя просто одного закиньте, я одного, наверное, поставлю. Вот этого ближнего я схвачу, дальнего только законтрольте. Чизовье играйте. Дальний должен быть постоянно в этом самом контроле. Бьем только босса. Дайте Геру, переводите босса. У нас не должно быть взрывания. Процентов, сука. Нормально все. Освобождайте его сейчас, переведу. По трэшу сыграйте, ребят. О, хпшно хотя бы добиться. Вот сейчас обязательно надо твой это самое. Контроль твой. Иди контроль. Нажал блоки. Все. Мобов сыграй. Мобов в первую очередь. Залейте быстрее. Мобов. Ну, блядь, законтрольте моба, еще один идет. ДК бомжей дали. Быстрее. Пока не могу. Блядь, я встану, нахуй. Била в шубу, под шубой, блядь. Ой, блядь. Заливайте быстрее трэш. Мало, там еще один мелкий бегает. Там можно, в принципе, сейчас затащить. У нас еще минут, хуй не затащим, блядь. Ёбаный трэш, блядь. Ну почему вы, сука, не контролите, нахуй? Почему они, блядь, в рейд идут, нахуй, только чухаетесь, блядь? Появился сразу, блядь, контроли и пошли бить, нахуй. Что у нас по ДК в рейде? У нас червяки ползают и все, весь контроль сбивают. Ну они, когда подходят ближе... Подожди, к... а что значит червяки, типа? Откуда вообще червяки по ДК? У нас, блядь, есть по ДК в рейде. Так, а разве он качает червяков? Эти мобы не феряются, они только шаклятся. Он, блядь, конечно, ну ёбаный нахуй этот спек, который никому, блядь, не нужен. У нас он есть, блядь. Ну это хуйня. Не, когда они близко, да, там чуваки срываются, когда они вдали, блядь, они вдали должны уже контролиться, блядь. Ой, блядь, давайте еще раз нахуй, пусть. Че, ГГС не вылетел тут, что с ним вообще случилось? Ты зайдешь? Убери секунду, все. Ну у нас ДБС, ой, ДПС проходной 100%. На, зайду. Зайду сейчас, вылетел. С игры, ошибка. Два взрывания никак не получится. У нас на первом взрывании у босса примерно 68%. Да, нам надо пробовать не уводить. Смотри, нам если нужно, мы не ведем, мало свечи. Еще раз объясняю. Если мы не ведем, нам, не надо, нам придется ну, в трэш игнорировать, получается. То есть мы трэш не зальем. Мы да, будем... Да, вау, есть, типа, заливать, нет? Ну, сколько там снимешь? 30%. 40. Ну, он зарылся, типа он же не сразу взрывается, он через какое-то время. Мы успеем за это время залить, наверное. Ну, посмотрим. Ну, типа, сложно. Куда снайп делся? Даже сказал, что заходит. А. Ну, давайте попробуем, тогда босса не будем ловить.
И можно попробовать меньше свичиться, ну, типа, чтобы кастеры точечно побили больше босса, а этих пробовать за АОЕ, что у кого вообще есть АОЕ, фулл АОЕ давать. Ну, то у нас АОЕ ДК, Рогиш этим своим, как его, вихрем совместим. Ну, у кого вообще есть, типа, АОЕ нормальные? Ну, точечно, у нас Роги тогда на боссе, процесс на боссе, там, за комбо-поинтов. Шаманы, в принципе, цепуха там, пиздец. Что там еще? ДКшки, фуриков нету у нас. Ретрик только. Ну, хуй его знает, блядь. Попробуем еще раз это. А что у нас с нашим магом, блядь, случилось? У меня зависло, я... Ну, все нормально, я поубирал. То же самое, у меня какая-то ошибка выскочила, я загружу полностью лаунчер. Выключил и загружу. Ты грузишься сейчас, да, снайп? Да, конечно, у меня лаунчер, что-то ошибка какая-то непонятная. Блять, а как? Вы через лаунчер запускаете игру? Ну да, как положено. Никогда не запускается через лаунчер, не было такой подобной хуйни. Просто сходите в папку, либо в рабочем столе создайте ярлык, блять, и заходите через ярлык. Run называется. Нет, вы просто у Алины, блять. Не знаю, всегда запускать через лаунчер, нет никогда никаких проблем. Бывают проблемы.